еще раз. Первое, что стоит почитать, это учебник Артема Горбунова по верстке, абсолютно исчерпывающий талмуд, который до сих пор множится, увеличивается, и это прям стоит оформить подписку. Плюс есть цикл статей на Ready Media, которые начались, они сделали уже две статьи на данный момент. Первая статья посвящена как раз шрифтовым сочетаниям, вторая посвящена сеткам. Вот. Идите, читайте, отличное чтиво. Я тоже буду рекомендовать бюро Горбунова. Помимо книжки именно о типографике, там очень много советов. Есть прям раздел «Советы», и там можно почитать советы Бирмана, Нозика и самого Артема. Это что касается дизайна. Искать по этим советам нужный вопрос. Там разбираются прям конкретные кейсы, конкретные сайты, магазины, НКО-сайты, какие ошибки, все вот это разбирается. Если именно редактура интересует, управление вниманием, все вот это, тогда гуглите Максима Ильяхова, это классный редактор. У него есть и блог, и сайт, и еще рассылка главреда. Если вы подпишетесь на рассылку, можете сначала подписаться на нее бесплатно, просто почитать, понравится, не понравится. А дальше, начиная с какого-то урока, уже платная подписка. Но почему я об этом говорю? Там есть такой классный бонус, что в платной подписке вы можете делать домашки, которые он задает, и он их будет проверять. То есть вы получите фидбэк. Дал задание, сделали, проверил. Так что я, в общем, рекомендую тоже бюро Горбунова и, в частности, Максима Ильяхова, редактора этого бюро.